Пособие «Нескучные окошечки» очень заинтересует ребенка и добавит разнообразие в выполнении заданий с лабиринтами. Такие игрушки можно подобрать на определенный звук или просто предоставить выбор вашему ребенку. Теперь на одной странице лабиринта можно будет задержаться и несколько раз повторить задание с разными героями. Заглядывая в окошечки, ребенок будет более сосредоточен и внимателен, что поможет сформировать учебные навыки. Но с такими игрушками можно не только закреплять произношение, но еще и учиться читать. Ребенку понравится пролететь на самолете или проехать в карете, или пробежать с ежиком по лесной дорожке. Чтение будет увлекательным и интересным с такими игрушками, которые можно использовать и в букваре, и в азбуке. 30 картинок игрушек «Нескучные окошечки» можно использовать во всех книгах «Альбом дошкольника» для автоматизации любых звуков. Размер этих игрушек соответствует картинкам в лабиринтах. Игрушки учитывают разные интересы детей. Так мальчикам можно предложить заниматься самолетиком, машинкой, паровозиком, корабликом, грузовиком. А девочки, конечно, выберут другие картинки – белочку, мышку, снегурочку, улитку и многое другое. Игрушки можно приобрести в электронном виде. Для этого напишите заявку на мою электронную почту, и в этот же день получите пособие.